4 раза. Слушай, спокойно. Сейчас здесь стоп. Браво, стоп. Стоп. Браво. Папа. Минус 15 градусов. Хорош, Макс, работает. Все в голове. Вот и из Сибири, как это? Из Сибири там минус 30. Все в голове, все в голове. Хорошая погода. Давайте, давайте. Чай. Давайте, чай. Ну, кайф. Как Дубай, а? Спасибо. Дубай. Два, да. Почти. А. Crazy experience. It's like every time the nose is freezing. Yeah. And the snow in the face. Wow. And one time they tackled me, so I fell on the ground and I was wet. Yeah. And then we have snow, of course, but not this cold. So you feel that if you're warm and keep moving, then it's okay. Мы сейчас вернулись в Тарасовку на несколько дней. Как тебе погода, как первая тренировка? Отлично, отличное настроение. Нас, как всегда, тепло встретили здесь. А вот приготовили нам борщ, покушали все. Вот, поэтому погода, конечно, но немного снежная, но ничего страшного. Хорошее настроение, самое главное. Вот, поэтому проведем время здесь, наверное, 3-4 дня, да, поэтому все нормально. Сейчас ты после тренировки пойдешь в баню? Ну, да, пойдем восстанавливаться, немного отдыхать. Что будешь делать вечером, играть в бильярд? Нет, сегодня спокойно отдохну, буду на телефоне, есть еще немного дел, поэтому спокойно отдохну сегодня. К тебе приехал мальчик, наш подопечный фонда, которому ты оплатил протезирование. Как вы встретились на стадионе? Отлично встретились, познакомились, провели немного времени вместе. Вот, я, конечно же, позвал его на футбол, ближайшие игры, которые у нас будут. Поэтому классно провели время, покушали, посмотрел музей, стадион, поле, раздевалку, мы с ним поиграли. Он выиграл у меня в, так сказать, небольшом челлендже. Вот, поэтому как-то так. Что ты еще успел за выходные сделать? Съездил домой, понятное дело, увидел родителей, вот, и сделал личные дела, которые накопились, пока я был, ну, на сборах, можно так сказать. Хачапури поел? Было дело, да. Кстати, мы его ели вместе вот с Павлом, который приезжал, да, на открытие арены.